У нас сегодня Тверской ответ Грише энергетику. Клиент открыл свой сарай в деревне и припер 4 велика в таком вот полностью разобранном состоянии. Мы их будем делать полностью по дешману. То есть главная задача, чтобы они ездили. Чтобы помыть, ну, под дождиком оставили. Сейчас все это отмоется потихонечку и начнем ковырять. Сотрудничать будем мы с мастерской «Кривые рученьки». И попозже я все это покажу и расскажу. Вот так вот преобразилась рама от стелса, которая была черно-желтой. Посмотрите, какой приятный цвет. Фиолетовый кэнди. Вживую он немножечко более, наверное, смотрится более темным, чем на видео. Потому что искажает камера. Ну, здесь, да, намного-намного он темнее получается. То есть на видео он такой яркий, прям яркий-яркий. Сейчас я попробую подсветку включить. О, слушай, смотри, так он, конечно, прям вообще кислотный. Кислотный, с блесками, бликует. В жизни он немножечко, конечно, потемнее смотрится. Такое качество покраски, это пескоструй, покраска порошковая и сверху гель-лак. Обращайтесь, сделаем любой цвет, но вот, к сожалению, не всегда фотография и видео совпадает с тем, что вживую по покраске.